Приветствую, друзья, это Анатомка, канал о телесном устройстве. Сегодня мы поговорим об эпонимах в анатомии и разберем такое понятие, как сумка Броди. Эта синовиальная сумка локализуется на заднемедиальной поверхности коленного сустава, даже можно сказать, на медиальном мышелке большеберцовой кости под сухожилием полуперепончатой мышцы. По сути, это и есть синовиальная сумка полуперепончатой мышцы. Данная сумка плотно прилегает к капсуле коленного сустава и очень часто сообщается с его полостью. Данное анатомическое образование названо в честь Бенджамина Коллинса Броди, английского хирурга, анатома, члена Королевского общества хирургов. Это он в 1814 году описал синовиит коленного сустава, а в 1843 описал туберкулезный абсцесс костей голени, который впоследствии получил название абсцесс Броди. Подписывайтесь на канал Анатомка, комментируйте, ставьте лайки, помогайте развитию канала. До встречи!